Госдума приняла в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в федеральный закон о дальневосточном гектаре. В рабочую группу по разработке документа вошли и представители Якутии. Изменения направлены на усиление роли органов государственной власти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков и закрепления исключительно за гражданами России права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю. Согласно принятым поправкам, субъекты федерации сами определяют территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Напомню, третий этап реализации закона стартует с 1 февраля следующего года. Поэтому эксперты отмечают важность принятия поправок к этому времени.